У него вложение на спине. Более 3 килограммов сушеного трепанга обнаружили под одеждой у иностранца уссурийские таможенники. Он пытался незаконно вывести товар в Китай. В пункте пропуска ДАП «Полтавка» внимание таможенников привлек гражданин Китая, который во время устного опроса заметно нервничал. Инспекторы решили провести личный досмотр, и оказалось, что иностранцу действительно было что скрывать. Под одеждой в районе живота и по бокам вокруг пояса он прикрепил к телу скотчем пакеты, в которых и спрятал сушеный деликатес. Мужчина признался, что гостинцы ему подарил друг в России. Зная о том, что дальневосточный трепанг находится под угрозой исчезновения и ограничен к вывозу, турист решился на нарушение. Товар изъят и отправлен на экспертизу. В отношении иностранца уссурийская таможня возбудила дело в административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля. Теперь мужчине грозит штраф до 3-кратного размера стоимости товаров с конфискацией.